Майстер-клас із виготовлення карамелі вперше провели для учасників бойових дій у реабілітаційному центрі. Майстриня карамелі Олена звернулася до центру допомоги бійцям з пропозицією навчити військових робити солодощі своїми руками. Льодяники ліпили у формі серця, равлика, метелика і навіть тризуба. Організатори зазначають, проєкт удався. Учасники задоволені, було зовсім нескладно. Наступний захід планують провести у серпні. Типа нашого герба пытался сделать получиться, а это просто так. Кружочек, кольцо. У меня три внучки таких, которые соски еще используют. Поэтому вот типа такого. Супруга у меня уже в возрасте небольшом, так сказать, сладкое не очень любит, а четыре внучки – это нормально. Все мы взрослые, как и дети, любим эмоции. Эмоции мы получаем только, когда что-то делаем. Поэтому, ввиду того, что у меня летом больше свободного времени, я решила привнести пользу, приехать к ребятам уже лично и поучаствовать с ними в таком мастер-классе. Главное – правильно подойти к процессу, то есть и не бояться. То есть обжигаются те, кто боятся. Вот если не боятся люди, то они не обжигаются, у них все получается.